Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Camry 2007 года выпуска. Двигатель 2.4, бензин, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 199 тысяч километров. Заменю на нем масло в гидроусилителе. Открываю капот, снимаю, выкачиваю из расширительного бачка масло и снимаю подачу. С пробки щуп отвалился. Беру экспресс-заменой и выкачиваю масло. Вот такая домашняя экспресс-замена. И из расширительного бачка откачаю все масло, потом снимаю шланг, бачок заткну и через шланг уже прокачаю. Масло здесь PSF должно быть. На крышке написано, какое используется. Power Saving Fluid, PSF. Шланчик тоненький, позволяет полностью откачать масло вместе с грязью. Если такая есть в бачке. Все, масло откачал. Снимаю вот этот хомут, расслабляю, стягиваю его в сторону, расслабляю шланг и снимаю его с бачка. Как он не хочет поддаваться. Снял. Теперь на носик одеваю заглушку. А на шланг одеваю шланг. По диаметру подходящий беру и заталкиваю вовнутрь.
О. Ну а теперь можно завести на секунду на другой конец шланга. Сейчас бутылку возьму, поставлю. Заводить пока не буду. Пока ставлю бутылку и покручу рулем влево-вправо. Масло использовать буду оригинальное, номер 08-886-01-206. Вот такое вот масло. Капроновая пробочка. Кручу рулем. Скрип какой-то идет, то ли шаровый, то ли опорник. Надо будет смотреть. Ну вот, масло не запуская двигатель, столько выкачалось. Сейчас ставлю, чтобы не попало на ремень. Так. Вот так вот. И заливаю в расширительный бачок. Масло было чернющее. Сейчас заведу буквально на секунду. Все, насос продавил. Опять заливаю. И опять покручу рулем, не запуская двигателя. Все, больше я запускать не буду, иначе мне масла не хватит на вот таким образом замену, литр хватает. Сейчас у меня бачок пустой, поэтому я снимаю шланг, снимаю заглушку и одеваю шланг на бачок.
и одеваю на место хомут. Заливаю жидкость. Запускаю и кручу рулем влево до конца, вправо до конца. Брызгает маленькое масло в конце. Все. Прокачал, замерения нету, воздух в систему не попал, масло у меня получилось, если посмотреть, бачок немножко наклоненный, с этой стороны минимум, а здесь выше минимум, между минимум и максимум, нормальный уровень. На этом все. Замену масла в гидроусилителе я закончил. Всего вам доброго.